Сегодня нашей главной темой, разумеется, будут последствия ужасной террористической атаки на пражской станции «Ружечка». В результате очерняющих и провокационных высказываний, а также откровенной лжи в прессе, присутствие полиции в комплексе «Утулек» было усилено. Дошли слухи о незаконных обысках, необоснованных арестах и издевательствах под видом допросов. Никакого оправдания. Мы требуем, чтобы сотрудники полиции и их гражданские командиры прекратили свои недостойные действия и впредь вели себя подобающим образом. Жителям Утулека я настоятельно рекомендую то же самое. Помните, никакой вред нельзя поставить в небо и слово. Будьте полицейские. Помогайте. Если увидите или испытаете на себе превышение полномочий, не раздувайте. Сообщайте о нарушении команды. И все виновные впоследствии будут наказаны. Чеканы, я на территории КПА. Как там твоя рекогносцировка? Похоже, что первый сектор раньше был хранилищем. Судя по тому, что я вижу, теперь у КПА там жилые отсеки или казарма. Это две совсем разные вещи, Чеканы. Нельзя ли поконкретнее? Скажем так, там у всех есть оружие. Так что решай сам. Угу. В отчаянии. Вместе мы способны преодолеть все.
виновных людей нет никакого оправдания. Мы требуем, чтобы сотрудники полиции и их гражданских. Сокол, успокойся. Не говори мне успокоиться. Когда они... Они хотели меня запугать, чтобы я привел их сюда. Но я отказался. Кто? Интерпол. Они придут сюда. Легавые знают, что с ними будет, если они сюда сунутся. Не полиция. Интерпол. Думаю, они хотят арестовать Талоса. Успокойся, Сокол. Если придется преподать Интерполу такой же урок, как полиции, так тому и быть. Мы сделаем что угодно, чтобы защитить Талоса. Иди, будь начеку, и мы вместе разберемся с твоим Интерполом. Сокол. Боже! Это ты! Я... Мы пришли к тебе с добром, открылись и попросили помочь. Когда ты двинул на попятную, я защищал тебя. И вот так ты мне отплатил. Почему? А ты прав, это так. Но у меня не было выбора. Вы можете защитить мою семью? Гарантировать это? Нет, конечно нет. Я делаю то, что считаю нужным. И даже если поплачусь жизнью, то буду знать, что поступил правильно. А ты? Я здесь, чтобы найти ответы и узнать, кто устроил взрывы. Если у меня получится, то я смогу и защитить твою семью, и сделать гораздо больше. А ты только ставишь других людей под угрозу. Ты прав. Я это знаю. Тогда иди и делай то, что собирался, пока я не передумал. Иди же! Как думаешь, может, это кто-то из них сделал? Видеть не могу то, что тут.
полиция будет действовать жестко. У нас было только 2 дня тренировок с оружием. Мы должны быть готовы. Полиция может применить силу. Когда полиция уйдет, нас ждет много работы. Кухня, спортзал, тихо. Я верю Талосу. У него наверняка есть план. Мне жаль этих людей. Приходят плохие новости. В жилом блоке все тихо. Сомневаюсь, что полицейские будут следовать закону. Полицейский не успокоится, пока не арестует нашего Талоса. Кухня, спортзал, спокойно. Я верю Талосу. У него наверняка есть план. Общество считает нас виновными. У нас нет шансов. А что считать? Боюсь, так и до публичных газет. Мы обязаны защитить Талоса любой ценой. Что полиция делает в Утлете. Докладывать не о чем. Если бы мы были там, все было бы гораздо хуже. Браги больше не притронешься. Мне показалось... Иногда такое ощущение, что в КПА раскол. Thank you.
опять оставил воду в душевой. Дженсен, как там у тебя дела? Все еще пробираюсь через жилые помещения. Выбираешь квартирку для себя и женушки? Так и вижу, как ты обустраиваешься, отпускаешь густую бороду, растишь детишек. Тебе бы в артисты пойти, Чикана. Что-что? Не слышу. Помехи! Чикана, ты тут? К счастью, нет. Как там у тебя? Я прошел через жилые помещения. Теперь я в какой-то оперативной зоне.
Чутье подсказывает, что Рукер сидит над всем этим в высоком и хорошо защищенном месте. Что ж, тогда ищи лифт. Когда у меня будут координаты эвакуации, я тебе их передам. Конец связи. А вдруг как мы взорвали ружечку? Думаешь, Талос допустил бы такое? Нет, наверное. А у тебя не бывает такого чувства, что здесь управляет вообще кто-то другой? Выспись хорошенько, дружище, а то у тебя уже паранойя.
нас со всех сторон. Сак, просто не верится, что мы ничего не делаем. Должен быть начеку, иначе что мы против мусоров-то? Эти теракты просто загнали нас в угол. О-о, чисто. Я так хотела заняться чем-нибудь важным. Столько пива. Столько работы, все коту под хвост. Нужно пойти и выкурить. Боюсь, что многим людям никогда не избавиться от ненависти. Одними плакатами делу не поможешь. Тебе тоже кажется? Посмотри-ка, а я с тобой. Даллас должен выйти на лед. Ситуация обостряется. Боже мой, ты там как? Если люди думают, что это дело рук КПА, то мы так, уже поднимайся. Поиграли. Давай! Только главному об этом не рассказывай. Вроде бы цел. Есть чего? Здесь тоже ничего. Теперь у них просто будет новый повод нас ненавидеть. Ненавижу, когда все так. Ничего, только труп.